Бьет, значит, любит. Да, это по-русски. Нет. Бьет, значит, не любит. Бьет, значит, есть проблемы. Как минимум у него. Ну, это отговорки слабых мужчин, я считаю. Нет, надо сразу бежать, как только первый раз подняли на тебя руку вообще. Уходить и не оглядываться. Ну, я так не считаю. Любит это наоборот, когда не бьет. Нет, бьет, это значит, плохо воспитывали родители, и человек себя не контролирует. Нет, это абьюз, абсолютно точно нет. Это жестокость, это не любовь. Это низменно, и это вообще не связано с любовью. Если человек любит и причиняет тебе боль, ни о какой любви речи быть не может.